Еще об одном судебном разбирательстве, в котором фигурирует нардеп-фронтовик. Генпрокуратура сегодня проиграла очередной суд по делу Вячеслава Химикуса, который обвиняет нардепа Сергея Пашинского в том, что последний прострелил ему ногу. По словам адвоката Химикуса Марины Париновой, суд обязал прокуратуру предоставить материалы следствия. За последние 3 месяца, как утверждает адвокат, следственные действия не проводились. На допросы никого не вызывали. Также в уголовном производстве до сих пор нет ни потерпевшего, ни подозреваемого. Напомню, в канун Нового года нардеп Пашинский после словесной перепалки из наградного оружия выстрелил в Вячеслава Химикуса и прострелил ему ногу. В ответ мужчина якобы ударил парламентария бутылкой по голове.